Ух ты, и снова я. Александр Криволап, печенеги. Ребята, я хочу поделиться, как цветет грецкий орех сорта Кочерженко. Этому дереву 4 года. Высота его 160-165 сантиметров. Характеристика. Сорт грецкого ореха, сорт Кочерженко. Скороплодный. Начинает плодоносить на второй, третий, четвертый год. Морозостойкий. Тонкокорый. Толщина скорлупы где-то 1 мм. Гроздевидный. Грозди от 3 до 16 орешков в одной грозди. Среднерослый. Высота его достигает до 4 метров. Сеянец. С орешков получается сорт тот же самый. Самоопыляемый. Грецкий орех, сорт Кочерженко, самоопыляемое дерево. Грецкий орех, самоопыляемое дерево. Одним словом, само себя опыляет. Так как цветут мужские и женские соцветия в одно время. У дерева грецкого ореха, сорта Кочерженко, есть мужские, вот это вот, мужские соцветия. Мужские соцветия. И женские. И женские. О, смотри. Маленькие орешки. Маленькие. Это женские. Женские цветут. И там женские цветут. И здесь женские цветут. Ой. Ай. Мужские соцветия. Сережки. Они как. Видите, цветут, ой, цветут. Это еще не цветет. Во. А здесь маленькие женские, маленькие. Эти женские маленькие опыляются. А вот смотри, вот здесь больше. Орешка, орешки. Здесь больше два штуки. Два. И там. Ай, ай. И там два, четыре. В прошлом году, в 18-м, на этом дереве грецком орехе сорта Кочерженко было 7 или 8 орешков. Но в этом году должно быть больше. И здесь, видите, вот маленькие женские соцветия. Из мужских соцветий высыпается пыльца и опыляются вот эти вот женские соцветия. И получаются орешки. Смотри, какое же мужское соцветие. Маточные свойства ореха практически в практике. В одновременном цветении мужских и женских соцветий. Вот и получается, одновременно цветут женские и мужские соцветия и опыляется. И опыляется женские соцветия. Ну все, ребятка, всем пока-пока, до скорого. С вами был Александр Криволап, печенеги. Пока-пока, ребята. Ну, маленькие орешки. Здесь их сижу больше. Здесь маленькие. И здесь маленькие. И здесь маленькие. И здесь. Пока-пока. До скорого. С вами был Александр Криволап. Печенеги. Пока.